Почти 1 000 000 рублей выманили мошенники у югорчанки за минувшие выходные. В дежурную часть обратилась 62-летняя жительница Нефтьюганска. Женщина рассказала, что в одном из популярных мессенджеров ей позвонила неизвестная девушка. Представившись сотрудницей банка, она предостерегла пенсионерку, что на ее имя пытаются оформить кредит. Злоумышленница предложила помочь решить внезапную проблему. Для этого пострадавшей пришлось оформить на себя уже настоящий заем в размере 900 тысяч рублей. Далее югорчанка по указаниям преступников перечислила средства на незнакомые банковские счета. Только расставшись с деньгами, женщина поняла, что стала жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи выясняют круг лиц, совершивших преступление.